плавать ушел. Средиземное королевство, блядь, топ, блядь. До свидания, блядь. Звони в гости, блядь, приходи. Так-так-так, сейчас поглядим. Пэт-пэл, с вами Лепас, и это продолжение Тапса. Это уже почти конец. Конец этим бесчинствам врага. Потому что двигается буря. Двигается буря, и он против всех должен выстоять. Вы только посмотрите на эту тревожную статую. Ему холодно. И навстречу ему приходят драконы, которые согреют его тепло той своей души. Они вторшат эту катку. Смотри, тупо все посрали. О, знаешь, что я сделаю? Я забыл, я тупанул. Вот что я сделать должен был. Я сделать должен был вот так. Вот так. Приманка, да, такая приманка для лохов. И вот так, блядь. Еще можно вот так сделать. И вот так сделать. Еще одного. И вот так сделать. И пиздец им просто. Смотри. Грейтесь. Зря ты подходишь, дурачок. Вот. Они не слушаются меня. Управление вообще не работает. Я нажал на них, типа. Они идут вперед все равно. Ну, победа в любом случае, ну, за нами. Отлично, молодцы. Мы знаем, кто молодцы. Мы молодцы. Так, тут у нас мороженые стрелы, да, говоришь? Мороженые стрелы. Ну, мы сейчас вам согреем вас холодом. Так, а здесь, погоди, здесь берсерки. Берсерки — это плохо. Берсерка можно, кстати, завалить. Либо так, я не знаю, как лучше. Давай попробуем так, я не знаю, может, они втащат, я не знаю. А этих попробуем, не знаю, огнем, что ли, закидать. Вот так, чисто. Еще можно сделать вот так. Сейчас покажу. Вот, сейчас покажу. Вот так вот сделать. Все, блядь, горите нахуй, угощайтесь. Пламя огня. На всех хватит. Куда ты разворачиваешь своего ебала? Просто пойди в ту сторону и кидай. Что он делает? Что это за курва осталась? Чего у нее в заднице стрела торчит? Мне попасть не могут. Лохи, я еще живой. Вставай. Вставай, Днина, ты бесполезная. Вставай. Что с ней происходит? Почему она летит? О, она утонула или что? Погоди, она только что жива была. Она провалилась сквозь текстуру. Пацаны, что, втащите? Втащите? Да нихера, вы лохи, дно, днари. Вы не можете втащить, потому что знаете почему? Потому что вы днари. Вы ничего не можете. Согреть надо вас, но вы ничего не... Что с тобой? Он тонет. Да. Это поражение днари. А знаешь, что нет днари? Ну, это вот эти чувачки, вот эти вот. Они более-менее. Смотри, как мы сделаем вот так просто. И тупо вот раш пошли. Тупо смотри. Тан-тан-таран-тан. Вот, ну днари, вот поворачивайте куда. Вперед надо идти, вперед, шагать ровным строем. Что у тебя с задницы дым горит? Давай, туши сразу. Опа, о, все, туши всех просто. Нехай тут спать. Туши. Головой, правильно. Долби. Долби, молодцы. Смотри, а ну-ка, погоди. О, ебать. Он еще моргнул. Бля, я не могу этот сделать скрин, хотел скрин сделать. Он жив. Стой на месте, дятел. Отлично. Не, вот так лучше, погоди. Стой на месте, говорю. Раскатал. Вот, так, нормально. Еще. Во, вообще огонь, так, вот так, отлично, так. Или еще последний. Вот так, вот, хорошо, все, встать. Сделано, засчитано, готово. Все, победа, еба. Фух. Да втащи этому еще оставшийся. О, нормально, молодец. Он еще живой, я знаю, Он поднимается. Молодца просит. Смотри, какой злой. Зубы желтые, почищены. Еще звукан такой. Так, что у нас тут? Валькирия. Лалки, а не валькирия. Вот так делаем просто, и победа за нами. Все, изи. Туши всех, туши, ломай, кромсай. Ты что, сдох, что ли? Вставай, молодца, правильно. Даже вообще битву я не вижу. Тут вообще классно бы пирата поставить. Вообще то было бы. О, крылья раскидали, смотри, все, крыльев нет. На, нафиг.
Бом-бом-бом. Мне нравится, когда щитом еще долбят. Вообще круто. Ну, честно, тут нормально так и не посмотрел. Толком раз-раз и на матрас все, блин, и нету еще. Смотри, еще можно сделать, как, смотри. Приманочка чисто такая, приманочка для лохов просто. Для лохов. Лохов, я поймаю. А тут, смотри. Вот такая, блядь, орда идет. Орда нахер. Труба чисто. На, нахер. Все, блин. Нет. И выжили еще. Выжил вон тот чувак. Все, сдох. Давай, пацаны, я вас верю. Кстати, тут нужно было еще этих самураев поставить. Может быть, самураи, кстати, были бы лучше здесь. Не знаю, хотя самураи здесь какие-то лохи. На самом деле, я думал, самураи здесь вообще мощные будут, но они такие лохи. Нари просто как-то раз-раз. Но они стрелы отбивают. Ты знал? Они стрелы отбивают еще. Прикол? Ты в это знал? Они стрелы отбивают. Я когда на слоумо смотрел, они пиу-пиу-пиу. Вот этих змей отрывали. Я же это втащил, ту миссию. Я же тебе так не сказал. Я втащил ее. Тупо понаставлял разных юнитов и втащил. Разных просто. Два тех, там, 4 тех, 10 тех. И втащил. Победа за мной. Бэм! По голове ему сразу, блин, трещоткой. Бэм! Ничего он выдал. Ничего. Нападай, насрать, нас не сломи. Но ее втащила. Давай, туши! О, бля, не, ну понятно, Дариман, Дариман. Может так тащите? Давай, пацаны, я вас верю. Че, вас зря верю, что ли? Сжри его! Убираю, убегаю. Убивай, быстрей! О боже, хуже, чем в тот раз. А чё это остался в живых? Ты чё? В смысле? Я же тебя убрал. Я же всех убрал. О, одно. Погиб, погиб просто. Остался. Трофей. Хули ты шпагат делает, блин? Трофей, блин. Что твори, ну, блин? Победа еще, ничего себе. Вот это парень втащил, тупо втащил, хорошо так. Тупо, лол, что он делал, что это было? Это гопак, как знаешь, чем-то похоже. Еееее, победа за нами, втащил. Уу, 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 уу. Ренессанс, пираты там начали, там, что прошли немножко, так что нормально, все, и... Воу. Воу, what the fuck is shit? Что это, блядь, такое? Что это они нарисовали? Что это такое вообще? Ну что это похоже? На двойку? Цифра 2, улитка. Улитка, что еще? Какой-то... чем-то похоже на вот эту херню, которую они вот держат в руках. Чуть-чуть немножко похоже. Я сначала подумал, что они это как раз и изображают. На самом деле оно не похоже. Я не знаю, что еще похоже. Какое-то говно похоже. Так, хочу карту посмотреть. Карта довольно прикольная. Фантастическая, интересная. Та-ра-та-ра. Чё у нас? Секретные юниты какие-то есть? Короче, ребята, пишите в комментариях, особенно секретные юниты, где у нас секретные юниты, потому что я не знаю, без понятия, я то еще дно. И не особо люблю вот это долго искать. Ну, то есть я люблю искать, но не особо долго, потому что когда я сильно долго ищу, у меня начинает гореть уже, подгорать. А когда я горит, это... Невозможно нормально. Вообще чувствовать себя в таком состоянии. Это вообще, ну это кошмар, это ужас. Значит, что, начинаем. Пока я ничего не нашел, значит, пишите в комментариях. Остается за вами. Я ничего не могу найти. Ой-ой, да ладно, ничего себе меня шатает, кстати. Как вариант. Вот это меня от стороны в сторону шатает. Бам-бам-бам, нахер. Бам. Бам-бам-бам-бам. Не, уже не шатает. О, лестница есть даже. Ничего себе. Бам-бам-бам. Бля, мне так понравился этот эффект. Бам. Бам-бам-бам. Бара-бам-бам. Бара-бам-бам. Бам-бам. Посмотри, как летаю. Как будто на машине какой-то, на трассе. Мяу, мяу. Погоди. Эффект тут, погоди. Вот так, да? Вот так? Уйди, гребаная муха. Стой, погоди, вот сюда, сюда, да? Сюда. Говоришь сюда? Да погоди, а что не бомбит надо? Во! Во, вот так надо. Хорош! Ништяк. Ладно, погнали. Хватит уже баловаться.
Побаловались, хватит. Только не династию, ну нафиг. Только не династию. Вот, вот этих лохов понаставляем. Давай, вперед, братья. Братья тунеядцы. Лохматик, профессор. Ёб твою мать, это торможение. А что у нас в небе? Это, блядь, чё? Ёб ты ж! Секрет! А что у нас в небе, блядь? Секрет в небе! Охренеть! Вот это мы нашли находочку! Вот это поворот, да? Поражение! Что? Против лохов! Уже вточить не могли против лохов! Кошмар! Вы меня очень сильно огорчили, пацаны! Очень сильно просто! Днари просто, днари! Вот так валькирии понаставляю, я думаю, они втащат на изи сразу! Давай, ломай их, туши! Ломай, туши! Ломай, туши! Всех порвай! Всех ломай! Ну это вообще, это изи, что-то как интерес посмотреть. Пэм, пэм, пэм. Она все, просто всех порубали. Валькирию убили даже, ничего себе. Она как рубит она. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Давай, ты что, последний осталось? Да не гони, ты что, серьезно что ли? Давай туши их. Блять, художники, их, художники меня ебут. Пиздец. Стой, а гиберсерки? Вот эти вот. А подожди, какие берсерки? Вот эти вот, где тут? Это берсерки. Погоди, мне надо не берсерк, мне вот этот. Вот, со щитами, наконец-то. Те, кого надо, построил. Давай, ломай, ломай. Ломай этих художников. Да круши! Опа! У них этот, слышишь, как щит. Их не это... Это фигня, которую они держат в руке, я не помню, как называется. Да-да-да, втащили, втащили, наконец, ура! Я знал, что втащим. Давай, ломай последнего, последнего ломай. Ой! Гандонева, гандон, насилуй, насилуй. Молодцы, красава. Что ты орешь, вы же как на ухо заорал мне. Я смотрю, нормально, не громко. Мне кажется, игра громкая, и вы такие думаете. А-а-а, потеша, мать твою! Так, давай тогда этот. Не знаю, вот этих чувачков поставим. Я думаю, они втащат. Жестко втащат просто. Не, это, ну нафиг. Жамала, давай еще поставим. Жамала, нормально. Оба! Пошел. Ломай, туши. Кромсай. Ты что, сдох, что ли, уже? Ничего себе. Давай, ломай художника. Этих трубочистов тоже. Да ты что, в смысле, сломался, что ли? Да ёб твою мать, в смысле, блядь? Не понял прикола. Алло, блядь. Сейчас кого-то сломаю, блядь. Сломаю, блядь, кого-то, я сказал. Ты что, тупой? Сейчас пойду, приду к тебе домой и сломаю. Вот тебя точно. Вот тебя, видишь? Вот тебя точно, художник. Где ты? Сломал. Сейчас топчу, нахуй. Иди сюда. Вот полетел. Стой, стой. Стой, сказал. Стой, куда полетел. Да в смысле мы поражение, блядь? Я сейчас дам тебе поражение, нахуй. Где вот эти мои... Без... Да пошел. Пошли. Куда ты полетел? Вот прилетел, стой. Щит забрали. Щит забрали. В смысле мы проигрываем? Алло. Да ебать, в смысле? Почему? Почему? В смысле, как? Давай так. Давай так тогда. А что делать? А что делать, скажи? Мы проигрываем. Пойди. Больно, бля. Говорит, больно. Больно в ноге. Ой, хорошо упало. Нормально, на лучников. Нет! Нет, брат! За что? Гребаные шары! Как он прыгнул, бля. Ломай, пацаны! Ой, да, отлично, победа, изи! Это у них, слышишь, эти кольники, как там, блин, как они там правильно называются? Чувачки, которые со шпагами своими. Шпажнички, блин, шпагнички. Я не знаю. Ля, слышь, какой большой. Ты чё, это, полководец их не что ли, блин? Папа Карло, блин, успокойся. Это, а вы кто такие, ничего себе, ого. Бля, вот это вот здоровенные, пиздец. А чё, нафига они такие здоровенные? Что, своих мало, что ли? Они еще притащили. Здоровенные, блин, достали булыжники.
Давай тебя. Вот ты, думаю, справишься. Тебя, значит, да, и... Вот тебя. А своих, интересно, завалили таким образом? Погоди, погоди, это какое-то дно. Мне не нравится, что они напали так рано. Вот так. На, отлично. Ой-ой-ой, этих дохера же будет. Они вроде сильные, да? Ой-ой, да они сейчас зафигачат нас, лол. Они сейчас зафигачат нас, смотри, смотри. Спасите, спасите. Не, это Габелла, это Габелла, мы проиграли. Почему? Потому что тупо наших закидали. Захерачили, это я просто захерачил своих. Своих же захерачил, блин. Не, вот на их нормально упало, кстати. Но на штуку стоит, блин, штуку стоит, представляешь? На штуку стоит, я не знаю. Вот так можно лучников и вот этих чувачков. Стой. Вот так. Нормально. Или можно даже вот этих джамалов. На, нахер. Хорошо придавило. Дави, дави, дави. Ну не своих же, не своих же, поймай. Врага туши, а не своих. Проиграем, да, сейчас, наверное? Ой, хорошо, настрелим, настрелим. Погоди, погоди. На, нахер. Давай, гаси его, считай, мать. Считай на лопату. Да ёп. Победа есть, победа, отлично. За отца и за мать. За Кавказ и за Аллаха. Кто у нас тут еще? Блин, такая музыка, конечно, не очень. Может, какая-то ля-ля-ля-ля, телепузики, шарики, не знаю, что-нибудь такое. О, стрелки пошли, да? А если вот эти? Блин, почему они такие сильные, я смотрю? У меня какие-то слабые все. Берсерки, может? Или валькирия? На, нахер. Тащили. Сразу, ни хера, минусанули. Прикинь. А, это не эти. Я думал, вот этих сильных тащили. Не-не, срали сразу. Валькирии дно. Валькирии здесь будут на ри. Что уж поделать. Что уж поделать, но это правда. Такова правда, брод. Такова правда. Давай. Может, вот эти секирами, блин, завалили. Чувачков, я не знаю, что это такое? Типа пики, вроде, да, пики. Ну да, вроде пики. Бля, это здоровенный пиздец. Кто вообще такой придумал? Это же какая тактика нужна, чтобы так вот маслать? Ууу, вообще днари. Пиздец. Что за шпагат, братан, блядь? Ну что за позор? Пиздец, блядь. Почему у меня нету никаких этих застрельщиков нормальных? Что это за лучники? Лучники какие-то. Я не знаю, вот что ли, давай так сделаем. Давай, блядь. Орда лодочников. Да, орда лодочников и плюсы версерки. Больно найдем. Больно найдем. Спасай. На нахер. Бам, бам, бам. Кто-то даже сдох. Да, все сдохли. Все сдохли. Пиздец. Пиздец. Все сдохли тупо. Смотри, что это такое? Что это такое? Да не, ну это... Это... Я не знаю, что тут происходит, блядь. Что тут происходит? Надо просто тупо толпу так настроить. И все, блядь, и все, и на войну пошли. О, да. Сразу полегло полотряда, блядь. Давай, дави, дави. Блядь, почему? Ну почему они такие слабые? Я не могу вот это играть, вот эти... А, мое, подожди, так мне доступны и другие расы, а я что-то этими викингами только, это я тупой. А я только этими тупо туплю, ебашу. Бля, ну понятно, ну это я тупанул, прошу прощения, блядь, это я лох, реально. Так тупанул, блядь, ну пиздец, ну, блядь, конечно, мне тут до хера доступных юнитов. Блядь, походу мы будем викингами ебашить или нет? Или мне это приснилось, я не знаю. Давай вот так. И так, вот, теперь нормально. Блядь, его снесли, пофиг на щит. Ну, все равно ебали щит. Ну, пофиг. Херачу этого, о, молодец, блин, не знаю, Зевсы вообще топовые. А я не знаю, ничего им не может сделать, Зевсы. Что они могут сделать? Я ничего не могу сделать. Вот, змея, смотри, змею пустил, все, сразу пошла змея. Я могу змею управлять? Да ладно, я могу змею управлять. Ну, нахер, блядь, пенис откусил. Хорош.
Вот это жестко, слушай, а это кто у нас? Да, блин, чпец. На, развлекайтесь. Сука, змея, а? Ничего не могу сделать, змея. Только вот, все. Габелла, смотри. И привязалась, блин. Привязалась в глаз, сцепилась и все, габе. Не подходи, не подходи. Не подходи, не подходи. Не подходи, главное, не подходи, главное, не подходи. Главное, не подходи, нет! Ой-ой-ой. Хорош, фух, тащили. Что бы я делал? Что бы я делал без Зевса? Я не знаю. Я не знаю, это невозможно. Что, вот это серьезное? Ну это... Ну это изи, изи просто так. Вот это, вот когда так есть, да, так изи. Хоть подумать можно, придумать, сделать. Потому что, ну серьезно, так вообще-то... Вот видишь как, все, ничего не сделали. Это же этот... Изи просто. Логично, это понятно, надо знать просто законы, как, что и это. Все готово. Что за парашютисты? А, так это те, которые секреты я открыл. Слышишь, а что это? Секрет открыл, сразу этот парашютисты появились. Так нечестно, блин. Нечестно, слышишь? У меня таких как бы типа нету здесь. Только парашютистов в секретах есть, а так нету. Так нечестно, блин. Что за это читерство, а? Что это? А, вот они, баллончики, да? Блин, ну так нечестно. Что за этот бред, реально? Бред силы кобылы. Все, победа за нами. Так, сюда. Кто еще? Кто еще такой этот мощный будет? Мощный такой дерзкий. Зевс? Нет, не Зевс. Кунтавр. Кунтавр у нас дерзкий, берзкий. Тащит как надо. Давай еще вот этих сквайров. Бам, блядь. Вот куда ты полетел, блядь? Сюда, стой, стой, назад, нет! Пизда ему, короче. Пиздыки, блядь. Пиздец, ломай всех, ломай. Хорош, блядь, хорош. Не отдамся просто так, не отдамся. Не отдамся, ломай всех, ломай, туши. Туши, 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 ломай. Гондонят, гондонят, ничего не могу сделать. Все забей, блядь. Ой, этим ментам, блядь, пришел, блядь. Ломай, тут помогай, блядь, своему. Туши его, блядь, на нахер. Куда ты, блядь, плавать, блядь, собрался? Даун, блядь. На нахер, хорош. Плавать он, блядь, решил. Что вы делаете? Что они делают? А, вы типа сдохли, блядь. Ебать, летун ты. Пиздец, что ж, блядь, повесились нахрен. Так, что у нас? Ой, это пиздос. Пам, пам, только, блядь, пожалуйста, стрельни вот сюда, пожалуйста. Стрельни вот сюда, не сюда, не сюда, не сюда, блядь, стрельни вот сюда. Я тебе потом стрельну, блядь, так и стрельну. Так, что мне этот вставить хорошего такого, ну этот. Ну, вот этих можно. Нахуй, блядь, давай развлекайтесь нахер. Да, 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 давай, 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 вот сюда, давай, конечно, стреляй. Что за полетели? Куда они полетели? На, нахер. Все, сломали, не, не сломали. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, сломали, блин. Хорош. Куда они полетели, кстати, я так и не понял. Что это было вообще? Что происходит? Или они гранатчики, типа, гранаты кидают? Я так и не понял, что они делают. Что это было вообще? Что за прикол? На, короче, змеи, развлекайтесь. На, нахер. А что, ты смотри, изи просто, змеями. Змеями просто раскидали всех. Вон тебе бригада, блин, посылает Ланселота вперед в бой, в атаку. Что, серьезно, этот... Убили всех? Да, наших бьют. Наших бьют, парней, парней, ебоши. Вот, вот так, ну, бля, ай, убили. Убили, убили, ой-ой-ой, убили, где змея, где змея, где змея тут, бля, была. Во, давай, херач, 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 молодца, за задницу, кусай, кусай, ломай его, глаз, отлично, молодца. Отлично, ломаю, ломаю его. Последний остался. Ой, пизда ему, короче, Вася, тебе пизда. Прям в сердце вкололи мне.
Не, ну это я думал победа изи. Что надо, блядь, попытаться втащить. А, ну что за... Ну это не по-нашему, это так... Не культурно, Вася. Что это такое вообще? Стрелок стоит 300, ничего себе. У тракториста, блядь, дешевле. Давай тогда этот... Хиллера, что ли? Вот так вот. На, нахер. Хорош, ломай. Ломай. Ломай их всех, ломай всех. Ломай этих стрелков. Ну, да, уже... Пизда. Да, себя хильте, блядь. Да, он, блядь. Знаю, блядь. Давай так, блядь, попробуем. Гитариста давай поставим, может, втащим. На, нахер, развлекаемся, развлекаемся. Давай, туши. Заряжают они как-то странно, смотрят в небо, зарядка быстрее. На, нахер. На, нахер. А где мой этот подхил? Подхил где? Последний остался, последний. Вообще огонь, блин, просто. Смотри, что творит, а? Король. Король, блин. Стой, погоди. Ты мне тоже будешь красавчиком таким. Стой, вот, вот так вот, 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 тихо. Стой, стой, дай, 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 дойдем, дойдем. Погоди, стой. Да стой, ты сказал. Вот. Так, нормально? Вот, корону видно было. Отлично просто. Отлично. Супер. Молодца. Молодца. Просто тащили. Так, конница. Ну, это изи. Я люблю, когда изи быстро проходит с этим самым. Вот так вот делаем. Все, Габелла. Только когда уже падает, падает, братан, падает. Все, конница просто слилась. Конница просто слилась, бля, как она бегает. Пиздец, блядь. Лошара какая-то. В смысле вы это дохнете? Алло, алло, блядь. Что за чушь? Блядь, что за бред? Они должны были втащить. Фаланга не втащила. Блин, ну это дно. Дно, парни, пацаны, дно. Дно, 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 дно. Вы дно, вы дно. Вы должны были втащить. Я вообще-то на вас надеялся. А вы были... Вы должны были рили втащить мне. Зачем мне эти, блядь, дно? Вот так делаем. Вторую просто, блядь. Вторую. Второй эшелон, блядь. Вот куда вы поворачиваете? Вот если бы они не повернули, мы бы втащили. Ой, плавать ушел. Средиземное королевство, блядь, топ, блядь. До свидания, блядь. Звони в гости, блядь, приходи. Поражение, пиздец. Давай! Давай, стреляй! Вот что я называю хорошим стрелком, а не ты. Тебя расформирую сразу. Ой-ой-ой, это шо Украина? Слава Украине, блядь. Блядь, что за херня? Хорошо. Вот это ушел, блядь. Донбасс у нас здесь, пацаны. У нас Донбасс. У нас тут флаг Украины, мать твою. Откуда? Что здесь делает флаг Украины? О, я не могу просто. Что за лол? Нет других снов просто. Я только увидел, только заметил это. То, что мы видим на экранах. Слава Украине, как говорится. Откуда ты здесь взялся? Ладно, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте про колокольчик. И слава Украине!